Всем привет. Здрасте, девушка. Здрасте. Мы приехали на 5-6 к маме на день рождения, но мне надо забежать. Это я иду, у нас шахта Димитрова 5-6. Мне надо сходить в здравпункт к Нелли. Она там маме связала тапочки передать. Сейчас вам переключусь, покажу немножко. Это шахтный двор. Эх, сколько я тут ходила раньше. Это у нас АПК. Там баня. Вот. А мы идем вот сюда. Вот туда, в здание. Это здравпункт. Это вот сюда сейчас? Да, да, да. По лесенке подниматься. А по какой лесенке? Я думала, мы сюда. Нет. А, вот здесь здравпункт. Да. Хоть что-то новое. Там дальше учпункт, там дальше ламповая, там работу. Ну, кажется, там поезда ездит. Ездит. Ездит, да? Угу. Так там рельс. Мытично-оздоровчий комплекс. Сейчас мы так далеко не пойдем, чтобы не топтать. Нелли Юрьевна! Нелечка! Ага! Бегу-бегу! Доктор! А тут доктор работает? Ну, это, да. Ага, вот у нас медицинский. Да. Ну, не хочу туда заходить. А? Не хочу там заходить, топтать. У вас тут в бахилах, да, надо проходить? Да, увага, масковый режим. Маска на бороде, привет. Надя, ага. Привет. Бабушке передадите, чтобы были ножки. Ага, хорошо, спасибо. Мирия, сейчас фотографируешь. Я думаю, будет чудесно. И у них дома холодно, будет ей тепло. Бабушка, ага, да. Все, спасибо. Пошла, пока. Давай, все, давайте. Картошку поставила, да, мы пошли. Давайте. Все, давайте. Пока. Ой, Софи, это не больница, это здравпункт. Неля много лет проработала подземной медсестрой, а сейчас уже она на пенсии, на поверхности. Ну, травма какая-то в шахте, Софичка, и надо оказывать она первую помощь. Конечно. Для шахты сделана. Да, если да. Травма, то что? Конечно, травма. В шахте же бывает много травм, это опасно работать в шахте. Так, а папа нас ждет, Женя, на остановке. Стоит. Да. Стартом из буклетом. Так, поснимаю, что из себя снимаю? 5-6. Может, кто давно не был? Вот тут раньше был памятник Ленина. Ленину его снесли. Ну, везде посносили памятники. А что, в тортик, букет все положил? Ну, положил. Пройдет? Вот. Шахта Димитрова. Ну, туда дальше я не ходила. Там вверху копер видно. Дальше. Здесь это и машина едет. Сейчас мы пропустим. И пойдем. А мы на вот этом автобусе на 22-м приехали. Софичка, обходи там грязь, не иди туда. Ну, иди, я туда пойду. Такая остановочка здесь. Это не очень давно построили. Вот. Шахта 5-6. Мирноград для тебя. Здравствуй, Женя. Здрасте. Здрасте. Идем. Смотрите, какой мы букет купили. Яркий-яркий прям. Бери, Софийка, на, в пакет положи тапочки. На, а я букет. Ой, хотела снять, я даже на вытянутую руку не могу. Красиво, яркий такой букетик. Что-то не знаю, захотелось вот такого вот яркого. А Женя идет, ну я радуюсь, ну не знаю, он мне нравится, он такой красочный. Настроение поднимает, веселенький. И эти цветочки, они долго будут стоять. Тут
кафешка, наверное, сзади летняя, можно посидеть. Жилище 94-е, все разбомбили, разломали. Вояки жили. Защитники вырезали все батареи, все раскурочили и уехали. Молодцы, справились. Раньше учились здесь, шахтные профессии получали. Большое училище, огромнейшее. Ничего нету. Ой, идем, смотрите, собаки и щеночки, какие холёсенькие. Ой, их там сколько много. Та, Софи, ну куда ты? О, не зови их. Вот кто-то их подкармливает. Ты, карапузики такие. Вот это в свой дом, вот такую брать собаку. Иммунитет хороший. И будут защитники, и гавкать будут. Анечка, тебе взять с Харьков, привезти? Ну, глянь, какие толстенькие, хорошенькие. И этот, и смотри, вот смотрю, мама лежит. И там собаки ходят, ну такую, собака будет не маленькая, щенки крупные, боже, сколько ты их насчитал, Жень? 8. Ой, маленькие, ничего вам нет дать, вот покушать. Это больше, 4, наверное. 5, 6, 7, 8. 8, да? 8, да. Ой, а это база раньше была овощная, да? Нет? А, овощная вот там, да. Да, овощная там. А смотрю, забор сделали. За нами идут? Не надо за нами идти, не надо, маленькие. Срач? Так это ж дедушка Вова в том году, тут Лена, Зикон, не знаю, кто-то с соседями пришли и сами все повырубывали, потому что тут пройти уже нельзя было. А люди свиньи, бухают, бросают. Ну, такие есть. Бумажки, бутылки. Короче, все отлично. Молодцы. Мы идем в сторону квартала Г. Какая Европа? А я не знаю, кто у них тут. Алина, да? Не знаю. Нет, это другие. Отходите, машина едет. До мамы пока дойдешь, дорога такая, конечно. Мы думали, если будет дождь, мы бы на такси, конечно, поехали. А так утром встали, солнышко. Но сейчас, видите, как немножечко пасмурно. Ну, солнце то заходит, то выходит. Ну, хорошо. Очень тепло. Угу. А у меня сегодня тоже праздник. 30 тысяч подписчиков на канале. Спасибо вам, мои дорогие. Так приятно. Классно. И лайки. Вчера, как проверила видео, столько лайков. Молодцы. Сразу, по-моему, было раньше 200, а сейчас 600. Молодцы. Спасибо большое. Солнышко вышло. О, тут пахнет, как в селе. Навозик, коровками. А? Навозом. Ну да, навоз. Мне запах сразу так, как в селе. Женя сказала, там в помаде все. Это запах молока. Навоз. Потом молочко будет. Вот мы уже подходим к кварталу Г. Ой, на солнце прям жарко-жарко. Вот тут раньше был конный двор. Дедушка даже мой, когда старенький уже был, работал там немножко. Лошадки были. Сейчас нету даже лошадей здесь. Там, которые пытались, там кто-то держали. Нет уже. Угу. А поснимаю, может, Маринка будет смотреть видео квартал Г. Она скучает. Оранжерея, да, за конным двором проходишь конный двор. И там дальше была огромная оранжерея. Ну, это от шахты она была. Столько цветов было. Угу. Сейчас пройдем. Софийка, нормально, дорожка подсохла, можно ходить. Бля, они еще белые. Кроссовки? Угу. Ну да, беленькие. Но они
Вот здесь такой вот квартал небольшой, трехэтажные дома. И у каждого есть вот такие вот летние кухоньки. Да, практически у каждого. Там погреб. Люди консервацию делают, закрывают. Такой свой у них район. А? Квартал Г. Да нет. Там детская площадка. Марина, если будешь смотреть твой дом. Сейчас твою кухню покажем. Ну, в этом доме Марина жила. Да, в восьмом. Конечно, рядышком. У них тут так тихо, спокойненько. Вот такие у всех разные кухоньки. Марина на кухне. Вот она, голубенькая. Маринка твоя раньше была. Уже не Марин. Там грязно. Давай так, пошли понад этим. Я хочу в спальню посмотреть. Мама там гординку повесила. Марина уже продала. Ну и что, пусть смотрит. Так что Марина показала тебе. Женя с нами не пошел. А я хочу посмотреть, мама там в спальне гардину повесила, как она смотрится. Она за углом. За углом. Да. В этом доме мама живет. Мама уже видео снимала, показывали. Нет. Вот наша кухонька. А что у них открыто? Дедушка всегда открыто оставляет. Да, проветривает. Нет, это не проветривает, она открывает. Так, что никто в окошко не смотрит? А? А, дедушка он увидел. Пойдем. О, вот окно самое, да? Да, а тут мама на первом этаже живет. Ой, Галюнька, красиво. Окошки вымытые, не то, что у дочи твоей. Красиво. Пойдем. Детки гуляют. Здравствуйте. Заходим. Здрасте. У вас котиками, писюшками в подъезде пахнет. Да, здрасте. Здравствуйте. Поздравляем, мамочка, тебе с днем рождения. Тебе такой букетик яркий. Спасибо, детки дорогие. Спасибо, моя внучечка. Спасибо, дочечка. Вот такой красивый цветок. Яркие такие, да? Яркие цветочки. Проходи, Сашечка. Надолго, да? Не-не-не, а мы думали... Букетик ставь, да, в эту вазу не поместится. А нам развязать или так поставить? А сейчас посмотрим. А это тортик, тут рыбка. Пивко мы взяли, может, рыбки кто захочет. Ма, давай так и поставим. Тогда сейчас водички нальем. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Там... Ой, 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 валится, ой, валится. Мы, наверное, поставим и... Наверное, его надо поставить пока вот так вот. Укари... Да нет, ну, получается... Наоборот, разверни. Будем. Вот, вот мы так. Мы стол будем брать, ага. О. Ага, так. Где ж нам поставить? Ты поставил ты? Давайте. С днем рождения. Вот счастья, это... здоровья. Это... Да. Знаешь, Женя, это за... я тебе говорю, это что мы взять в отпуску, значит, ладно уже. Да, поотмечаем. Да. С днем рождения. Ага, спасибо. Все. Ну что, раздеваемся, картошку будем толкать, да? Да, да. Да. Хорошо. Да, порежу, а ты... Галюнька, ну, она тебе передала. Сказала, чтобы ты сама посмотрела. А что, она связала, да? Да, тапочки, чтобы ты дома ходила, и у тебя были ножки теплые. Ох, Нелечка, какая молодец. И что, ножки замерзают, холодина вот, такая. Вот, глянь, оденешь и будешь ходить. Ну,
маме купить сказать. Тапочки. А она ничего не сказала, да? Да, не, ничего не сказала. Я просто говорю, Неля, проходи. Ага. Ты рыбка есть, грибы есть, голодная не будешь. Угу. Вот, думаю, ну сижу карташину поставлю. А, она ж на посту, да? Она на посту и на работе. Если с субботы воскресенье, что такое. Леня мне передала. Да, сейчас покажу. В телефоне открыточку, там поздравления. Я Наташе передам. Да. Ну, Неля, молодец. Ага. Ма, ну одну рыбу взяли, скумбрию. Конечно, и пиво. Хватит. Ну, что там это? Угу. Вот рукодельница, да? Да, рукодельница ленькие, хорошенькие. Ну, такие это самое. Ну, вообще, молодец. Ага. Молодец. Носка потом померяешь, я сфоткаю и ей отправлю, хорошо? Ага. Хорошо, ну, потом. Ну, да-да-да, ой, как хорошо. Ну, Неля. Угу. Так, покажу девочкам чехлы. Потому что мне кто-то спрашивал, как выглядят чехлы. Сколько это месяцев прошло? Ой, когда же это у нас случилось? Это мне надо по видео смотреть. Ну вот они, какие были, такие так, есть. Были, такие есть. Ну, ничего не есть. А ну, мам, свет посмотри. Можно включить? Ага, включай. Наташа, вот смотри даже. Вот, вот тут вроде это, я подошла так, хлоп. Ага. И уже оно на место стало. Эти квадратики. Квадратики. Ничего стали. Не покошлатилось, не, все не нормально. Потом... А то мне это писать. Это в сентябре. Где-то в сентябре, наверное. Еще осенью, да? Да, уже их надо стирать. Ага. На краску надо желательно уже стирать. Отлично. Вот. И диванчик замечательный. Все красивенько смотрится. Чудесно. Чудесно. Вот быльцы. Поправил там пик. Все. Пойдем. Бабушки, видите. Ну, я уже снимала, кто был. Бабушка с коврами не расстается. Так, это наша фотография, семейные фото здесь. Софийка маленькая, еще Аня светлая. Это бабушка, дедушка. Аня тебе фотографии ма сделала? Потом сказала, отправит. Сейчас я уберу курточки. Вот. Помогать? Так, Галина Меркурьевна, это от брата тебе. Ой, спасибо, Леня. Он говорил, га, сегодня будем у мамы. А. Это я ему пишу, я ему передам. Он написал, с днем рождения. Днем рождения, да, молодец. Ага, все. Так что Леня тебя поздравил. Леня поздравил. Спасибо, братик. Сейчас картошку затолчем. Вот то молоко, да, нагрелось? По... Вот это. Ага, хорошо, сейчас я добавлю. Ага, хорошо. Порует. Что, лить тебе молоко? Не, я сама, сейчас я. Ну да, тряпочку выкину со стола. А что ты сегодня корябушку положил? Я а ее съел. Ты любишь? Я съел корябушку. Могу съесть. Так, сейчас я молочко. Горяченькое. Хорошо, значит. Хорошо будет, вкусненько. Сейчас пюрешечку вкусную сделаем. Затолчем картошечку. Я говорю, мама, пока не забыли, дай мне, пожалуйста, рецепт пирожков. А, ты сфотографируешь потом, да? Я сфотографирую и приготовлю, да, да. А то мне девочки спрашивают, когда же я их приготовлю. Бабушка, какие вкусные пальчики приготовила. А, то она мне вилочку и достала, чтобы я их доставала. Да. Я их убрала. Картошечку поставим. Давайте, давайте. Вот как-то так. Такой на стол. Ага. Бабушка, грибочки, пальчики. Потом филешки, салатик мясной и рыбка жареная. Прям не ожидала от рыбки. Прям захотела так рыбки жареной. Сейчас класс. Сейчас будем кушать. Кто что будет пить? Выбирайте. Мы будем покажи, что будем пить. Вы будете что? Коворчик. А, вы коворчик, да? Ага. А я думала, ты его на Пасху купила. А мы будем беленькую. А пиво будешь? Будем. Будете, да? Будем. Потом. Хорошо. Софийка, давайте картошечки. София. Мы не надо, мне не надо целое. Зачем? Девушка, давай тебе. Хватит тебе, да? Это мамы любим, да, картошку? Я возьму, возьму. Надо отставить тебе, чтобы не мешало, знаешь, что вот эти пальчики. Ой, вот так, вот. Да, да, да.
Жень, тебе одну ложечку. Женьки, чуть-чуть, Жека не ест. Я знаю. Ой, Жень, вот так? Все? Да, хватит. А ковор вкусный. Хороший. Ковор вообще хороший. Мне нравится ковор. Очень хорошее вино. Да, хватит. Вася, это ложечку пюрешечка, это класс. Ну, кто будет с нами ковырчик пить? Я не. Да? Не, они белые. Я, конечно, тянул бы с вами. Ну, хочешь, пей. Водка и ковыр. Оставь родителям вино лучше. Ладно. Не, Женя просто любит вино. Ну, хочешь, попробуй. Давай, возьми, попробуй. Нет, давай, давай. Ну, попробуй. Ну, чуть-чуть. Давай ковыр и пиво будешь. Или ты ковыр сразу накормлю, так обломаю. Да что ты обломала? Ну, давай, ну что ты. Давай, так. Ты как на правах дочери? Да, мамочка, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, крепкого здоровья. Ну, да, мы тебя любим, спасибо, что пригласила, такой стол накрыла, молодец. Это потому что Женя в отпуске, да? Да, да. Был бы Женя на работе, если бы ничего не накрывал бы. Да, да, да. На, это самое, все. Спасибо. Спасибо, что ты есть у нас. Мы тебя любим. Давайте. Спасибо. Давайте, с днем рождения. С днем рождения. Я даже не знаю, что все хочется. И рыбу, и салат, потом и грибочки. Грибочки такие. Грибочки лесные. Лесные, западной Украины. Украины, да. Ага. Mm-hmm. Это вкусненькие. Да. Хочешь? А, нет, детям нельзя грибы. Жень, тебе положи. А, ты же взял себе. Ты будешь грибочки? Нет, детям нельзя, и она не любит. Закарпатьевич и Прикарпатьев. А рыбки такие маленькие. Давай на пополам одну. Я думала, надо делать... Вкусные пальчики, да? Ну, большой такой кусок. Мясо, да? Да, я люблю, когда, знаешь, что ты вырежешь, и отбил, и они культурные. Мама, вкусные. Они как эти, как биточки какие-то у тебя получились. Так они хорошие. Я буду так кусать. Знаешь, вот, Наташа, потому что... Объедение. А что, на хлебушке не берете? Нет. Вкусно. Получается, как биточки, потому что если разбивать... Если бы был маленький, да, а это угу. Тогда такой бы был. Ну да. Чтоб было, ну, все нормально. Да, я не успела, поздно включилась, да, дедушка поздравлял, да, бабушка. Все хорошо. Повторяться не будет. Конечно. Тут все нормально. Ой, это хорошо, что там, дай бог, все хорошо, все отлично, чудесно, все хорошо. Спасибо. Давайте. Спасибо. Рыбка синец, да, Жень, дай мне кусочек один. Угу. Вот давай, давай, да. Ты вот это да бери. Вот, давай, хороший. Сейчас покушаем рыбешки. Угу. Салат мясной вкусный. Все вкусненькое, как всегда. Ой. Молодцы. Угу. Я думал, он короткий, а он ужас. Белоруссия. Ага, маму прислали. Почтальон пришла. Белпошта. Вот как вовремя. 8 марта получилось поздно, а тут это. Оно город отрывает. Минск, Республика Беларусь. Так. Так, Галинка. Ну, открывай, брат тебе давай, поздравил. Ага. Давай, открывай. Слушай, один брат поздравил, значит, с этим. А это ж надо день в день пришла, да? Прям ну, да, без да. Опоздания. День, дядя так, Витя да. Всегда красивые открытки дарит. Почта Беларуси работает четко. Только да? Единственное, если бы он присылал именно чисто белорусского, а тут аж днем рождения, вот, вот он русский. Надо... Ну, какие у них ну, продаются? Да, да. С днем рождения. С днем рождения. Чита. Маля, от всей души, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть счастьем, словно солнечным теплом, согрето будет каждое мгновение. Пускай тебе везет всегда во всем, и все мечты исполнит день рождения. Виктор Андрей Антон. Ага, я даже дядя Витин почерк помню, у него красивые печатные буквы. Ага, да-да-да. Да? А ну покажи. Да-да, покажи. Вон такая открыточка. Угу. С днем рождения. А, сейчас Минская. Покажу, да. Вот всегда помню, у него вот такие вот печатные, видишь, как печатными буквами пишет. Угу. Красиво. Виктор Андрей Антон. О, мне почтальон пришла. Да, спасибо. Лена, молодец. Пришла. На, Женечка, а то там поставь себе, да, пусть открыточку. Жень, поставишь? Да, я поставлю. Угу. А то 8 марта сильно поздно. Поздно пришла, да? Ну, бывает, ну что ж. Mm-hmm. Такое дело. Людям... Думала, ты видишь, так взялась тортик mm-hmm. читать. Mm-hmm. Ну, давай откроем, посмотрим. Да не надо. Я не знаю. Не надо, может, не знаю. Ну, да, ничего, да, симпатичный. Просто сделаны, хорошо резать, да. Уже нарезали. Да, да. Mm-hmm. Ой, надо вот этот бантик снять. Пап, давай, что я там? Умею. Можно мне снять? А, вот ты тири. А может, он съедобный, София? Да. Кто? А бантик? Ну, что вы чудите?
София, не трогай, он жирный. А может, он... Себя дома у нее такой же самый классный торт. Галюнька, торт будем пробовать. Я не знаю, у тебя какая-то там музыка перекалась. Нет, это смс-ка тут наша. Наверное, Петя пришла. А, ну-ка, ну-ка, у меня видео идет. Ты не хвастайся, вдруг там большая дуже пенсия у тебя. Ну да. Никому большая? Не говорите. Не, а да, счет-банк. Это на день раньше, а счет-банк прошел. Это есть. Ма, не, он не прорезанный. Сейчас надо идти снимать. Просто насечки подъем. Надо идти снимать. Это моя любимая начинка. Галюнька, глянь, любимая начинка, как у кого? Ой, хорошо, хорошо. Ты любишь такую начинку? Может, это мое? Бери покажу. Еще. Жене бери с камеры. Сейчас. Мини. О, еще. Вот такая. Расходная сумма 5754. Ну, вот, пойду. Мама, люди подумают, у тебя пенсия такая. Ну, пускай думают. Да это ж ты собирала 3 месяца. Нет, 2 месяца. Два месяца. А какая у тебя? Это за полмесяца. 2806. 2806? Да. Да ты шо? Вот такая пенсия у тебя. Да. А я думала, у тебя и 2 нету. Нет, ты шо? Нет, ты даже добавлю, все это сам. А, видите, занимай. 17 лет обогатил на фабрике. Ложечку, пожалуйста. Ладно, не пороть горячку. Я не пьяный. Алюка, я тебя отрезаю. Ну, Жень, будешь торт? Конечно. Что ты спрашиваешь? Конечно. Галюнька, я тебе самый большой кусочек. Не, ну такой. Ну вот, вот он такой, видишь? А куда ты? Ты, значит, еще раз пополам режешь. Ну вот маме имени. А, не, я не против, а не против. Я к тому, что насечка иду. Ну, значит, девочка-продавщица хвалила. Вот, знаете, как хорошая. Не, ну хвалила девчонка. Она, что бы она плохого? Ты же кулинар-кондитер, ма. А я видео говорила, что... Она говорила, мокрое тесто именно кому нравится, да? Я говорила, что подписчице, что я жила в какой-то... Константиновке, да? Ну да. Даже в садик там ходила? Да. Ну так. Мама работала в кондитерской, да? Ну да. Мама кондитером работала, мы там чуть-чуть же. Ну мы немного, да, там жили? Да, немного, немного. Ну вот я садик помню, знаешь, какие такие чехлы. Мешки, мам. Ну я садик что-то не... Мешки, и мы спим, как в коконе. А я любила палец сосать, и для меня это была проблема. Ну да. А можно мне тоже черепа? Конечно, все будут черепа. А что, сосок не было? А что, сосок и раньше не было? Ну что-то, знаешь, это моя вина. Я проследила. Не надо было. Надо было отучать. От чего? От соски? Нет, жупа. А я палец, руки в креме. Сосала палец, а мы спали, как веранда, на улице, как-то, и в каких-то мешках, чехлах. Для меня это была трагедия, потому что я не могла палец сосать. Палец сосала, что он лупался аж напополам. Да детям соску дай, пусть соску сосут, да? Ну, что-то уже, да? Уже, знаешь, уже палец, я прятала, рукой закрывала. Это была молодая... Не, тут разбавить, сейчас будет... Женя, это ты крепкий, Софийке такой не наливай. Я сейчас принесу чашечку. Я сейчас принесу, мне просто... Дедушка уже несет. Дедушка пошла. А ну, Галюнька, пробуй тортик. Сейчас буду пробовать тортик. Мне сахар не добавляйте. Хороший, красивый чаёк будет. Да я знаю, что он хороший. А что за чай? Какой чай вы завариваете? Ну, хороший янтарный берег. Ой, подожди, моя, прохожу. Не, правда, хороший, я думал, ты нам отдала чай. Женя в восторге была, ты забраковала. Не-не, а это теперь вот такой мой. Мы тут забраковали, это заварной. Бокал? Вот он берет. Бокал. А, вот ну, это, хороший, да? Глянь, он такой. Хороший, он хороший. Так он прям такой насыщенный, крепкий-крепкий. Да что мне пить? София, компотик налить. С компотиком. Нет, она хочет чай, девочка. Чай будешь? Я бы не поставила, дедушка. Дива. Ну, не супер ваза у нас, ну, нормально. Ну, ничего, ладно, ручки. Ну, а что ж делать? Зато стоят красивенько, да? Ну, Женя, ну я, ты когда смотрел, ты сказал, я не нашел. Ой, посидели все же, хорошо. Будем ехать домой. Это я. Это не ты. Ну как это не я? Вот это? Это я, это Аня маленькая. Мама, да, Аня маленькая. Девочки, вот эта фотография у меня в паспорте. Недавно я забирала на почте, новой почте посылку, а парень так смотрит на меня, он говорит, это вы? Я говорю, да. Он говорит, вы сейчас лучше выглядите. Я говорю, вы что, хотите сказать, что 20 лет назад я выглядела хуже? Он говорит, нет, сейчас лучше. Да, правда. Ты сейчас лучше. Лучше, да? Ну, вот Аня маленькая. Что, Софии не похожи? Мне кажется, похожи. Это я.
Покажи с Софийкой. Так, что у нас тут? Это Анина свадьба. Анечка. А вообще, по большому счету, просто ей уже пора. Да, не пора. Сколько ей лет уже? 17 машинки. Это София маленькая. Ну и что? Стираешь же. Нет, ну стирай. Смеюсь. Да, Аня. Светленькая еще. Это конфетки. Это у нас тоже. Любая бытовая техника, гарантия. Это у нас Новый год мы совместим. Да, Аня, София и папа. Вот, а ей сказал, кто ей сказал, мама вот, тут. Вот, а еще будет служить, а ваша уже поломалась. Стеночка, посуда. Ну, вот это красиво, мне нравится синяя посуда. Ну, наша тоже служит. Ну, лебеди не отсюда, а вообще это набор. Нет, лебеди не отсюда. Здесь супница, тарелочки разные. А у тебя такие тарелки классные. А та что же, та наша в гараже сейчас стоит. Там не скажешь, что захвалено. Ну да, хочется его, конечно, все разбасовать. Вот это уже из современных. А эта посуда еще, да, мам? Это совдепия, да? Да, конечно. Но вот это из современных. Но тогда был дефицит, и качество, вот я вижу, вот это синее. Вот это качественно, да. И качественно вот это, вот эти, Наташа. Ха-ха, а я помню эту вазочку. Дедушка тебе дарил. Дедушка, Миша мне дарил, это дедушке подарили на 9 мая, ну, на День Победы, какой-то, ну, их там награждали, да. И он мне подарил эту вазочку, я помню. Забирай. Я помню, заберу, на. Да, конечно. На, забирай. На, Софийка. Заберу, заберу. Я буду там все что-нибудь там. Ну, соус какой-то. Да. А, вот это идет. Считалось, конечно, это Наташа, какой сорт? Второй сорт, да? Ну, даже третий сорт. Нет. А тут третий сорт 1Г. Что надо, то и забирай. Тихо, тихо. Ну, это когда был дефицит посуды, вот такую посуду покупали, это было очень красиво. Ну, судя по ничему, я не скажу, что это третий сорт, да? Ну, вот но раньше это был... Госты были. Госты. Это было высший сорт. Наташа, вот это получилось... Вот это лебедь не отсюда, правильно я же говорю? Лебедь сельские вечера. Знаешь, Наташа, вот неделя сель... Это мне на свадьбу дарили, да, набор? Да, а на свадьбу поздравляла. А я даже не помню. Да, да. Начальница? Не буду фамилии называть, не хочу. Да, ой, да. Чуть, нет. Ну, я зацепила крышечку. Возьми хрустальную. Мать. Забираю. Да, я помню, дедушка мне я ее дарил. Я еще играю, когда приезжаю к бабушке. Ну, будешь дома играть. Я у тебя соберу, я их разгребаю. Это хрусталь, натуральный, да. Класс. Что значит вай-вай? Ой. Красивая мимоза. Уже год стоит. Так она как настоящая. Так что, не покупаем в этом году, да? Ты в этом году тюльпаны привозили. Ты тюльпаны в искусстве передавали. Так, все, ну да, убираем. Да. Женя. Что такое? Уходим от мамы. Я говорю, какие у вас симпатичные грядочки. Прям чистенькие, аккуратненькие, цветочки растут. Хорошо. Да, они тюльпанчики уже проклюнулись. Да. Маленькие такие. Ну, он у меня под фонтаном. Совсем малипули. Тоже, да? Угу. О, Женя, а что это за дерево, па? Где? Вот это, лянь. Кто? Да, это черемуха. Черемуха? Такая, так я же говорю, я в шоке. Это как-то голову подняла и зеленое дерево. Я ж непривычно. Все везде еще. Класс! Ой, какое дерево, да, Жиль? Листья какие. Так красиво. А. Марина, я показываю твою квартиру. Ты узнала, где она? Пальцем не буду показывать. Ой, па, стой, у тебя что-то куртка. Потруси папу, что он грязный сзади. О, все, чистый. Ну, он Богдан пошел. А я видео с Катей. Да, и осень я его за рулем золотой. Mm.
Идем, идем. Хорошо сегодня, да, погодка отличная. Ну, копер, как видно, да? Только звезду сняли, да? Сейчас пойдем поставим. А никто ж не... Вот это копер. Шахта вверху стояла звезда. А звезда загоралась, когда шахта план выполняла, да? Шахта раньше все время выполняла. Все время горела, да? Ну, для чего она горела? Когда шахта... Ну, просто показатели работы, ну, как. Ну, показывала, что... А там два копра, один и второй, да? Слиповый и людской. Большой это людской? Вот это, что большой, что сюда стоит поперек, это людской. То... Маленький скиповый, да? То скиповый. Это не... Чего, это скиповый? Типа, нет, звезда так она не горела. Как только шахта выполняла... Как шахта выполняла, загоралась. А я же тебе говорю, все время не горела звезда. Она суточный план выполняла, она горела, или месячный план? Нет, в конце месяца. А, это включали типа? Да, да. А, когда... Ну, вот. Она горела. Не было спорить. Здрасте. 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 А? Телекончики наши. Донбасс славится телеконами. Многие, которые, ну, люди живут в других городах, приезжают сюда, говорят, это горы у вас такие. Нет, это не горы, это порода. Ну, выглядят как горы. А какой у нас терекон был острый, Жень? Левый или правый? Правый. Вот этот, да? Правый, острый, его чесали, он горел, да? Да. Срезали. Этот был такой плоский. Тот был так чук-чук. Хорошая погода. А, красиво так. Ой, мы у мамы наелись. Фу, я даже торт не доела кусочки. Все маленькие отрезала. Все сытно, так вкусно.